Ну что, я предлагаю начинать, потому что поговорить у нас есть о чем больше, чем мы сможем воспринять. Времени мало, поэтому будем экономить. Меня зовут Копылов Анатолий Евгеньевич. Я у вас нахожусь, представляю две организации. Первая организация — это та, где мне платят деньги, там, где я зарабатываю деньги. Это консультационная компания, называется Меркадос. Это часть международной группы, крупная инжиниринговая компания AF Group со штаб-квартирой в Стокгольме. И Меркадос представляет консультационную часть AF Group. Вторая моя ипостась, да, и я работаю старшим консультантом в московском офисе компании. Компания, если говорить только о Меркадос, где-то порядка 80 консультантов. Мы работаем практически только в энергетике, немножко с топливом, в основном это электроэнергетика. Компании скоро будет 20 лет, офисы в Мадриде, основной офис, Великобритания, Италия, Турция, Россия, Китай, Индия, целых два, в Турции тоже два и так далее. Значит, меня попросили выступить с лекцией о экономике возобновляемой энергетики и экономике ветроэнергетики как части этой самой возобновляемой энергетики. Когда я формировал свою презентацию, я понял, что я взялся за почти неразрешимую задачу. Садитесь смелее, не переживайте. Главное, чтобы вы другим не мешали. А проблема эта связана с тем, что материал почти необъятный. И мне надо, с одной стороны, рассказать вам об основных экономических факторах развития возобновляемой энергетики, объяснить, в чем состоит экономика и основной набор экономических проблем для развития возобновляемой энергетики. Дальше нам надо будет с вами сказать, как эти факторы экономического развития энергетики реализуются в конкретные процедуры и процессы и системы. Потом мы с вами поговорим о том, если останется время, к сожалению, каковы такие же факторы, но уже применительно к ветроэнергетике, как, пожалуй, одной из наиболее быстро и динамично развивающихся отраслей возобновляемой энергетики или подотраслей возобновляемой энергетики. Значит, на этом слайде представлены основные разделы нашей с вами лекции. Значит, давайте мы сразу с вами договоримся по процедуре. С учетом того, что здесь собрались студенты разных специальностей, разного профиля, я допускаю вполне, что часть того, о чем я буду рассказывать, кому-то может быть непонятной. И Бога ради, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я только приветствую. Если что-то непонятно, вам непонятен термин, вам непонятна мысль, подняли руку, мы тут же разобрали коротко, я вам объяснил, о чем идет речь. Что-то я вам буду стараться объяснять, но, опять же, есть некоторые вещи, для которых надо иметь хотя бы какую-то часть экономического образования, поэтому еще раз призываю, если вам что-то непонятно, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если я почувствую, что ответ на ваш вопрос слишком длинный и объемный, мы либо перенесем это в конец, либо иначе организуем наше с вами общение для того, чтобы у вас была возможность получить ответ, а у меня его, соответственно, вам предоставить. Договорились? Отлично, поехали. Ну, первое, с чего я хотел бы начать, это вот с чего. Дело в том, что мы с вами находимся в довольно любопытное время, если оценивать состояние и перспективы развития мировой энергетики. Там есть целый ряд обстоятельств, почему можно считать нынешний момент любопытным. Самое главное — это то, что он является своеобразной точкой перелома, или, как говорят умные люди, точкой бифуркации, когда накапливаемые качественные изменения наконец могут начать расти и количественно, и появляются у вас эти самые количественные объемные изменяющиеся показатели. О чем мы говорим, когда мы говорим о новой технологической платформе? И это, пожалуй, наиболее важный момент вот, в развитии современной энергетики. Первое, и это отмечают все, это то, что в
современной энергетике резко вырастает доля энергии, производимой на основе так называемых безуглеродных технологий. То есть тех технологий, в процессе производства которого не происходит освобождение CO2 и других выбросов, тех технологий, которые с точки зрения экологии и здоровья являются более приемлемыми для человечества. Несколько цифр. Да, значит, к этим технологиям традиционно относятся две большие группы. Одна — это так называемые атомные технологии, представленные целым рядом типов реакторов. И вторая — это группа так называемых возобновляемых источников энергии, или точнее сказать, технологии производства энергии на их основе. Мы дальше будем с вами сокращать, чтобы долго не говорить. Примерно год назад, выступая на встрече с группой инвесторов, исполнительный директор Международного энергетического агентства господин Танака сообщил о том, что, готовя очередной технологический обзор за 2010 год, то, что называется World Energy Outlook за 2010 год, они пересмотрели перспективы развития вот этих самых безуглеродных технологий. И они считают, что к 2030 году эти энергии, эти технологии займут более 60% в общем энергобалансе. Для справки я вам скажу, что сегодня эта доля составляет 33%. И еще один очень важный момент, который вы должны понимать. Мы сегодня с вами находимся в конце 2011 года, в преддверии 2012 года. И, в общем-то, может показаться, что 2030 год — это что-то очень далекое, по крайней мере, с точки зрения сроков жизни обычного человека. Энергетика относится к числу инвестиционно-инерционных отраслей. Отраслей, где инвестиционный цикл очень длинный. Где, если вы принимаете решение о вводе новых мощностей, значит, вы должны провести исследование, вы должны провести изыскание, проектирование, вы должны построить, вы должны сдать, вы должны все это дело запустить в эксплуатацию. Так вот, для разных технологий этот срок разный, но он никогда не бывает меньше, чем 3 года. В то время как в других отраслях сплошь и рядом вы за год можете построить целый завод, большой, который будет производить продукции на десятки, а то и сотни миллионов долларов. В энергетике так не получается, за редким исключением. Если мы говорим с вами о серьезных проектах, крупные ГЭС, крупные атомные электростанции, серьезные тепловые станции, мы точно с вами попадаем в интервал 5-7, а для крупных ГЭС и для атомных станций это срок близкий к 8-10 годам. Что это означает? Вывод очень простой. Если мы сегодня закладываем те или иные инвестиционные решения, по сути, мы закладываем те решения, которые будут определять внешний вид и структуру, технологическую структуру производства энергии уже в 20-х годах текущего века. Это значит, что с этой точки зрения те решения, которые мы сегодня принимаем, институциональные решения, нужна или нет нам возобновляемая энергетика, сколько нам надо атомной энергетики, нужна ли нам газовая, гидро и так далее, и так далее, и так далее. После того, как вы все эти решения обсудили и приняли, фактически вы уже сегодня закладываете в свои решения будущую энергетику 20-30-х годов текущего века. Это значит, что это совсем недалеко. Это сегодня уже здесь. И мы в России точно так же должны ответить на свой вопрос, нужно нам это, а если нужно, то в какой степени. Об этом я скажу чуть дальше. Второй отличительной особенностью энергетики будущего, и тоже мы наблюдаем, это то, что меняется структура потребления. На сегодняшний день у нас в бизнесе растет скорость потребления электрической энергии примерно в 2 раза медленнее, чем потребление в домохозяйствах. Что это означает? Это означает, что у вас происходит смещение между промышленностью, сельским хозяйством, транспортом в пользу домохозяйств. Для энергетиков это, в общем, хлопотно. Почему? Да по очень простой причине. Вы не можете контролировать домохозяйство. Никто к вам домой не приходит и не говорит: слушайте, у нас, знаете, напряженно, поэтому вы, пожалуйста, пару выключателей или там 2 люстры дома выключите, или вы включили стиральную машину, сегодня не время и не место, выключите, пожалуйста. Такого нет. Применительно к бизнесу это происходит нормальная процедура, и вполне возможно, что на какой-нибудь завод может позвонить региональный диспетчер и сказать: отключайте свое оборудование, и они обязаны это сделать. И на каждом заводе, на котором имеется более или менее мощное оборудование, имеется план, процедура,
по которой они начинают отключать оборудование вплоть до полного останова своего, своих технологических процессов. Что это означает для управляющих энергетической отраслью? Повышение неопределенности, в этом смысле повышение дополнительных рисков с точки зрения управления отраслью. Ответом на это, а также на некоторые другие обстоятельства, стало появление концепции так называемых интеллектуальных, адаптивных, умных и так далее сетей. Как вы знаете, есть три основных элемента в энергетической системе. Есть производители электрической энергии, есть ее потребители, а между ними находится транспортная система. Те линии электропередач различного напряжения, мощности, которые вы все постоянно видите. От мощных линий с огромными подвесами на огромных опорах, напряжение которых измеряется сотнями киловольт, до так называемых распределительных сетей низкого напряжения, которые входят своими линиями, кабелями и так далее в каждый дом, в каждую квартиру. Значит, все это называется система транспорта. Традиционный подход состоял в том, что у вас есть энергетическая система, которую вам надо сбалансировать, и главным образом вы ее балансируете за счет производства электрической энергии. Отчасти, как я вам уже рассказывал, вы можете балансировать ее за счет потребления, но в тех случаях, когда это потребление предсказуемое, планируемое и управляемое, как на крупных промышленных предприятиях. Так вот, появление адаптивных сетей или интеллектуальных сетей, то, что по-английски называется smart, означает то, что промежуточный элемент системы транспорта электрической энергии начинает играть активную роль. За счет того, что сети и вся система производства и потребления энергии по сути своей становится одной большой интеллектуальной системой, вы можете за счет изменения параметров транспортной инфраструктуры, за счет изменения напряжения в трансформаторах, мощности потребляемой или наоборот передаваемой, за счет изменения мощности передаваемой по сетям, за счет включения выключателей, изменения конфигурации и так далее, вы можете оптимально управлять своей энергетической системой в целом. Не только, повторяю, производством, не только потреблением, но и с помощью транспорта. Сегодня без этого никуда не обойтись, потому что количество таких плохо предсказуемых, или точнее сказать, предсказуемых на очень коротком промежутке времени элементов в любой энергосистеме постоянно увеличивается. И одной из причин, помимо роста потребления в домохозяйствах, является именно развитие возобновляемой энергетики. Самым быстрым сектором возобновляемой энергетики, который на сегодняшний день развивается, и заметным это стало, конечно, ветроэнергетика. Она, если взять последние, ну, например, 30 лет, да, с 1980 года, среднегодовые темпы составляют примерно 25-26%. Каждый год. Сегодняшний день 43% в Америке, 45% в США. Всех новых мощностей, которые вводятся, вся энергетика, вот 100% если взять, соответственно, 43 или 45%, как я сказал, в США и в Европе, это мощности ветроэлектростанций. Если вы туда добавите гидростанции, если вы туда добавите солнечные станции, если вы туда добавите биомассу и так далее, вы понимаете, что эта цифра перебаливает за 50%. Это значит, возвращаясь к одному из предыдущих мною приведенных тезисов, что возобновляемая энергетика, как часть безуглеродной энергетики, все больше и больше и больше становится важным элементом всей энергетической, глобальной энергетической системы. А особенностью работы ветроэлектростанций является то, что у них период прогнозирования, период предсказания выработки достаточно короткий. Желательно, оптимальный срок — это несколько часов, но не все рынки работают с такими временными интервалами, чаще всего это сутки. И хотя в среднем метростанции выполняют свои заявки примерно на 96-97% на рынке на сутки вперед, то есть обещая, сколько они выработают энергии с почасовой разбивкой на следующий день, повторяю, точность этого прогноза примерно 96-97%, но даже это не всегда устраивает, и тем не менее есть вот эта проблема. Значит, это такой, знаете, умный вопрос. У Василия Макаровича Шукшина есть блестящий совершенно рассказ, может быть, некоторые из вас его читали, называется «Срезал». Сюжет этого рассказа следующий. В алтайскую деревню приезжает зять с женой к родителям жены.
И в этой деревне был очень умный человек, тракторист, который, значит, когда он приходил в гости, а считалось, что если приехала родня, то надо приглашать в гости и соседей, и многих из деревни, он этим пользовался, он обычно приберегал, значит, сложный вопросик и этому гостю задавал. И, как правило, гость, ошарашенный неожиданностью этого вопроса, значит, не мог на него ответить или не мог ответить что-то разумное, что могло бы быть воспринято деревенскими жителями, и считалось, что он таким образом этого гостя срезал, подвергая таким образом сомнению репутацию всей семьи. И вот приехали эти гости, значит, молодые женщина с мужчиной, муж с женой, и пришел этот самый тракторист, ну, всех рассадили, значит, его теща очень переживала по этому поводу. Никто не читал этого рассказа? Нет? Жалко. Вы читали. Отлично. Еще один. Я вам всем рекомендую почитать Василия Макаровича, совершенно блестящий прозаик. Блестящий прозаик, я другого слова не могу подобрать. Вы будете смеяться, там, валяться под кроватью или под креслом. Так вот, значит, когда все поели, выпили, значит, завязался разговор, ну как у вас тут, а как у вас там, и, значит, хозяйка дома, теща его, с опасением всего этого ждала, и вдруг тракторист говорит: а вы чем занимаетесь там в Москве? Он говорит: я биолог. Да? А чем вы занимаетесь именно? Чем биологи занимаются? Он говорит: ну мы исследуем живые организмы, начинает ему коротко объяснил, что такое. А почему вы спрашиваете, он говорит? Да вот есть один вопрос, который меня давно мучает, все замерли. А что за вопрос? А как с проблемой шаманизма в Якутии? Тот открыл пошире глаза, посмотрел на него, говорит: да никак. Как это никак? Говорит ему тракторист. Ну так никак, ну нет такой проблемы в Якутии. На что тракторист хлопнул себя поляшком и сказал: ха-ха, проблемы нет, а якуты, блин, шаманы трясут бубнами. И после этого все поняли, что он так и срезал московского гостя. Так вот, из такой серии вопросов, которые еще называется срезают, обычно, когда разговаривают про ветроэнергетику, про возобновляемую энергетику, говорят: ветер же постоянно меняется, он то дует, то нет, то быстро дует, то медленно. Как вы будете предсказывать выработку? Как вы будете... Короче, говорят нам, я этот слышал рассказ десятки, слышал этот вопрос десятки раз. А, короче, на каждый мегаватт вашего, значит, вашей ветростанции надо строить мегаватт резервных тепловых мощностей, а иначе система этого не выдержит. И как бы мы, какие бы аргументы мы ни приводили, и аргументы образные, и какие-то рациональные аргументы, мы говорим: ну слушайте, ну так нигде такого нет. Не верим, мы, у нас должно быть. Мы говорим: послушайте, ну в таких странах, как Португалия, Испания, Дания, иногда 100% выработки и мощности в энергосистеме обеспечиваются за счет работы ветростанций в какие-то периоды. Вот, например, в марте этого года испанцы сообщили, что за счет относительно теплой весны в Испании, за счет хороших ветров, в течение месяца 100% выработки электричества, кроме выработки на ТЭЦ, которые обязательно вырабатывают электричество, потому что они одновременно должны вырабатывать тепло для отопления и для горячего водоснабжения. Вот. А они все были с ВЭС. Но вот этот вопрос, он, к сожалению, постоянно задается и постоянно считается вот таким, да, срезал. Продолжим. Почему же все такой фокус внимания на развитие возобновляемой энергетики? Первое. Меняется структура энергобаланса. Во-первых, она меняется за счет того, что увеличивается доля возобновляемых источников. А раньше я бы мог сказать, она меняется и будет меняться за счет развития атомной энергетики. Сейчас там стоит большой знак вопроса после аварии в Японии на Фукушиме. Но тем не менее, понятно всем, какие основные экономические тренды в топливной промышленности, то, что топливо дешевле точно не будет, и при всех колебаниях цен на нефть, на газ, на мазут, все равно повышательный тренд, он основной. Также это связано с тем, что газа и нефти больше не становится только меньше, и вы должны все время забуриваться глубже, использовать уже совсем такие изощренные технологии добычи и так далее. Там возникают все так называемые черные лебеди, то есть совершенно неожиданные решения, каковым, например, стало появление
нового способа добычи газа. Знаете об этом, да? Да, сланцевый газ. Знаете, о чем речь, да? Это газ, который находится в пористых структурах, чаще всего в сланцевых типах пород, и с помощью так называемого гидроудара, когда в породу закачиваются огромные объемы воды, затем под давлением эти породы сжимаются, газ выходит из этих самых пор, и таким образом его добывают. Технология известна была достаточно давно, но только с достижением новых ценовых уровней на газ и энергоносители в конце 90-х, начале 2000-х, эта технология стала промышленной. И любопытный факт, что в 2009 году Россия впервые потеряла первенство по добыче газа. И больше нас газа стали добывать американцы. В первую очередь за счет добычи сланцевого газа, которая в Америке развернулась в больших масштабах. Это перекорежило буквально весь газовый рынок, буквально весь. Потому что раз у вас появился свой газ, то вы теперь его не импортируете. Раз вы не импортируете газ, а Америка является одним из крупнейших импортеров сжиженного газа, то у вас подвисают многие-многие проекты. Если вы помните, такое есть большое месторождение газа, штокмановское, на севере нашей страны, которое мы предполагаем разрабатывать с участием других грандов топливно-энергетической промышленности. Так вот, в свое время на Штокмане собирались строить завод по сжижению газа, и так и говорили, вот этот газ пойдет в Америку, самый короткий путь на самый большой рынок сжиженного газа. Теперь никто об этом не говорит, по тем причинам, о которых я вам сказал. Значит, цены изменились. Но почему я привел вам этот пример? Это характерный пример того, о чем я сказал, что газ, как и все прочие виды топлива, становится все труднее добывать. В чем особенности технологии топливного газа? Почему французы запретили у себя даже вести разработку, не то что там добычу, даже исследование этого запрещено на территории Франции? Ответ очень простой. Это технология, которая обеспечивает повышенную нагрузку на окружающую среду. Во-первых, это огромное количество техники. Значит, там должны стоять десятки мощных машин, которые, во-первых, везут оборудование, которые обеспечивают работу насосов, которые обеспечивают работу насосов закачивающих. Это целый огромный технологический комплекс в одном месте. Теперь представьте, этот технологический комплекс едет по дорогам. Да? Что с дорогами? Раз. Второе. Вы не просто воду должны закачивать, вы туда закачиваете специальные химические растворы. Возникает вопрос, что дальше с этими химическими растворами? Толком ответить никто не может. Третье. У вас нет такого, что вы пробурили скважину и, например, там 10-15 лет качаете газ или нефть. Там так не происходит. Да. Там вы пробурили, год, максимум полтора вы ее, значит, эксплуатируете, а потом вам надо бурить новые скважины. Это значит, вы нагадили в одном месте, в полном смысле этого слова нагадили, переезжаете на другое место и там повторяете то же самое. Значит, французы, повторяю, проанализировав все эти обстоятельства, сказали, не-не-не, только не во Франции, где угодно там бурите, хотите Украина, Польша, Германия, если вы согласны, в Америке у нас не будет. Мы хотим, чтобы у нас было чисто и красиво. Значит, это подтверждает тот факт, я сказал, что меняется энергетический баланс. Все хотят быть независимыми с энергетической точки зрения, использовать главным образом свои энергетические ресурсы. Это один из факторов стратегической безопасности страны. Поэтому развитие возобновляемой энергетики, точнее сказать, новый этап развития пришелся как раз на начало 70-х годов, когда произошел известный нефтяной кризис, в результате которого цены выросли в несколько раз, и европейские страны, которые потребляли нефть и мазута немерено, задумались, что произойдет, если этот кризис случится еще через какое-то время. И в большинстве европейских стран, в первую очередь таких стран, как Дания, Германия, отчасти Финляндия, Великобритания, начались интенсивные работы по решению проблемы. Что делать с газом, нефтью, мазутом? Как мы можем обеспечить свою энергетическую независимость? Надо сказать, что они во многом близки к решению этой проблемы. И за счет развития возобновляемой энергетики они существенно снижают зависимость своих стран от импорта энергоресурсов и топливных ресурсов. Понятна задача снижения экологической нагрузки,
так же, как и задача научно-технического развития. Дальше я вам расскажу об этом немножко подробнее. Новые рабочие места создаются, развивается экспорт оборудования и технологий. Сегодня Дания является одним из крупнейших экспортеров оборудования в области возобновляемой энергетики. Зачем это все нужно России? Ну, во-первых, нам тоже надо менять структуру своего энергобаланса, что бы об этом ни говорили. К сожалению, у многих людей, которые так или иначе принимают участие в принятии решений или в их обсуждении, отношение к этому вопросу примерно такое, как я вам сейчас скажу. Зачем нам нужна эта возобновляемая энергетика? Газа на десятилетия, нефти на десятилетия, угля на века. Чё там париться мы будем с этими ветряками, биогазом, или, как они говорят, пердячим газом? Это все пустое. Давайте строить газовые станции, давайте строить угольные станции, ну, в лучшем случае ГЭС. Вот позиция. То есть, фактически, такого рода подход, он основан на консервации той структуры потребления топливно-энергетических ресурсов и структуры производства и потребления электрической энергии, где основными ресурсами энергетическими являются газ, уголь и ГЭС. Кстати, благодаря ГЭС мы занимаем не такое уж плохое место в мировой табели о рангах возобновляемой энергетики. Именно благодаря производству электрической энергии на ГЭС Россия занимает 5-е место. Но это единственная технология, которая более или менее в нашей стране развита из набора возобновляемых. Вторая причина, зачем нам это надо, это, конечно, что у нас его, этих ресурсов возобновляемых, очень-очень-очень много. Ветра, пожалуй, больше, чем где бы то ни было. Другой вопрос, что этот ветер в основном побережье Северного Ледовитого океана, где электричество не очень-то кому-то и нужно. Вот. У нас много биомассы, у нас геотермальные ресурсы, у нас вода, реки и так далее. Для примера я вам скажу, что если в европейской части территории страны гидроресурсы используются примерно на 60% от своего потенциала, то в Сибири эта цифра составляет 20%, а на Дальнем Востоке 3%. В этом смысле, с точки зрения развития электроэнергетики на основе гидравлических станций, у нас за Уралом, так сказать, непаханное поле. Строй не хочу, строй не хочу. Исходя из того, что возобновляемая энергетика является одним из факторов формирования новой технологической платформы в энергетике, она точно так же и в России может стать таким своеобразным локомотивом, развивая ее. И в подтверждение этому я вам могу сказать, что Россия до сих пор, несмотря на то, что не занимается большей частью из технологий возобновляемой энергетики, кроме гидро, тем не менее сохраняет серьезный научно-технический потенциал по всем направлениям, за исключением, пожалуй, ветроэнергетики, где мы отстали наиболее серьезно. А в остальных направлениях мы вполне можем, начав развивать отрасли соответствующие, солнечную энергетику, гидроэнергетику, приливную, производство энергии на использование биомассы, биогаза и так далее, мы находимся на вполне достойном уровне и могли бы эти разработки, имеющиеся в стране, реализовать на практике. Мы располагаем почти всем необходимым промышленным потенциалом, необходимым для того, чтобы производить оборудование для соответствующих. Опять же, пожалуй, за исключением ветроэнергетики, где мы отстаем. Отстаем серьезно. Я в этом смысле всегда вспоминаю один разговор. Я до конца 90-х работал в связи. И возглавлял здесь, был главой представитель компании Motorola. Motorola, кроме того, что она является производителем средств связи, она является одним из крупнейших в мире производителей, раньше являлась, теперь она продала это подразделение, производством полупроводников. Не столько микропроцессоров, которые используются в компьютерах, сколько так называемых микроконтроллеров. То есть тех же самых процессоров, но они используются в основном в бытовой технике и в промышленности. И для примера, еще BMW там, конца 90-х годов, там стояло, по-моему, если не ошибаюсь, 35 или 36 микроконтроллеров Motorola. Motorola не поставляла для Mercedes, а BMW была их компанией. На основе микропроцессоров Motorola в то время работал Apple Computers. Она поставляла микроконтроллеры почти всем своим конкурентам, Ericsson, Nokia, которые использовали их в производстве сетевого оборудования и так далее, и так далее.
И вот как-то, я помню, приехал генеральный директор этого подразделения, и мы поехали с ним в Зеленоград. Значит, обсуждать возможность какого-то сотрудничества. И мы выходим, я ему говорю, что, слушай, ну когда вы здесь завод построите? Такой был Джим Норлинг. Он говорит, Анатолий, наверное, никогда. И я говорю, а что так, чем плохо? Смотрите, тут готовый центр, исследовательские центры, университеты, есть производство какое-никакое. Он говорит, нет. Я продолжаю наседать. Ну почему? Он говорит, понимаешь, в производстве полупроводников цикл примерно 2 года, технологический цикл. Это значит, что через 2 года ты должен строить новую фабрику, потому что так быстро развивается технология, что ты должен за ней поспевать. Это значит, что ты должен строить новые фабрики. Фабрика – это примерно $1 миллиард, ты должен инвестировать. Так? Значит, ты можешь пропустить один цикл и не построить через 2 года новую фабрику. Денег не стало, да? Но если ты пропустишь еще один цикл, ты отстанешь навсегда. Мы с вами напропускали циклов в производстве полупроводников, я не знаю сколько, если брать двухгодичными годами. И то же самое примерно будет справедливо во многом и применительно к другим отраслям, что развитие производства, развитие технологий имеет свою цикличность. Вы не можете думать, да я сейчас не буду заниматься, ну, например, там, ветроэнергетикой. Вот там через 20 лет, когда я вдруг придумаю, что мне надо будет этим заниматься, я приду и куплю. Вы купите. Только вы купите то, что сейчас производится, на основании тех разработок, которые были сделаны вчера. А того, чем сегодня занимаются, и то, что будет производиться завтра, вам никто не продаст. И вот ваше окно технологических возможностей, в этом смысле, если мы говорим о ветроэнергетике, как и о некоторых других отраслях, становится, очень быстро сужается. Очень быстро сужается. И вы должны успеть попасть и впрыгнуть в этот самый поезд, стремительно набирающий скорость. Насколько это справедливо? Я имею в виду, насколько у нас есть такие возможности? Есть. Я вам приведу другой пример, не Россия, Китай, который еще в 2005 году, то есть всего там 5-6 лет назад, в ветроэнергетике и во многом возобновляемой энергетике был никто, и звать его никак. Китайцы об этом не думали тогда. Но, приняв соответствующие решения в 2004-2005 годах, они начали очень быстро развивать свою промышленность по производству оборудования возобновляемой энергетики, в том числе и возобновляемую энергетику. Что сегодня мы имеем в Китае? Китай крупнейший в мире производитель элементов и солнечных батарей. Крупнейший в мире. Больше половины всего производства этого оборудования производится в Китае. Китай самый крупный производитель ветроагрегатов на сегодняшний день. Повторяю, еще 5-6 лет назад никто и звать никак. Все смеялись, когда говорили китайцы, что мы будем заниматься строительством собственных ветроагрегатов. Сегодня гранды китайской, слово-то как сам даже удивился, гранды китайской ветроэнергетики объявили о планах строительства новых фабрик в Америке, в Латинской Америке, в Европе, правда, пока еще не появились. Но если вы почитаете специализированные сайты по ветроэнергетике, то один из вопросов, часто задаваемых вопросов, который там, ну, раз в 10 дней кто-нибудь вбрасывает на обсуждение, слушайте, да китайцы что, лидеры, что ли, в ветроэнергетике? Что мы с этим делать будем? Это совершенно непривычная ситуация для европейских и американских ветроэнергетических компаний и производителей оборудования. Так же, впрочем, как и для производителей солнечных элементов и батарей. Это означает лишь одно, что, начав с низкого старта, вы имеете возможность довольно быстро догнать. Важно, чтобы у вас было соответствующее намерение и ресурсы. Давайте поговорим об экономике. Какие ее основные результаты? Итак, к основным результатам относятся, пока просто перечислим, потом чуть подробнее поговорим. Замещение органического топлива, сжигаемого при производстве энергии. Понятно, да? Если электрическую энергию выдает мой ветряк, моя солнечная батарея, моя гидроэлектростанция, мне не надо сжечь ни уголь, ни мазут, ни газ, ничего. Снижение эмиссии парниковых газов. Тоже понятно. Снижение средних цен на оптовом рынке за счет замещения
высокомаржинальных станций. Здесь я пока не буду пояснять, мы когда дойдем, я чуть подробнее вам расскажу, что это за явление и что это такое. Снижение расходов на мероприятия по защите окружающей среды и восстановлению здоровья населения. Я обычно привожу один пример. Если вы едете по МКАДу, то вы видите, что вдоль МКАДа построено несколько крупных энергетических комплексов. Вот на юге это так называемая ТЭЦ-26. Она недалеко от Варшавского шоссе, если кто знает, на внутренней стороне МКАДа. Там стоят 4 градирни. Градирни — это такие колонны мощные, в которых происходит охлаждение воды. Там перекрещенные балки, вода заливается сверху и, капая, постепенно разбиваясь с балки на балку, вода естественным образом остывает. Вот что такое градирня. И затем снова поступает в производственный цикл уже охлажденная. Значит, в принципе, там ничего особенно опасного нет. Там пар выходит. И если вы едете зимой, эти все градирни парят. Это вот как раз идет интенсивное испарение теплой воды, точнее сказать, капель, которые там образуются. Некоторые говорят, ну что там, просто вода. Другие говорят, нет, не просто вода, это технологическая вода. Она с охлаждения котлов и турбин теплоэлектростанции, это другая, чем которую вы открыли из крана. И об этом многие знают. И там рядом с этими градирнями построены панельные, значит, высотные дома. Я все время был заинтригован, кто же там живет, и вообще, что там за, сколько стоят там квартиры? Да, потому что рядом с градирней, рядом с ТЭЦ, она сжигает газ, заметьте, не уголь, не мазут, не, газ сжигает, один из самых экологичных видов топлива. А кто там живет? Я разузнал эту историю, выяснилось очень, так сказать, простой ответ. Первое, там были общежития. Второе, там были общежития, в которых жили так называемые лимитчики. Вы молодые люди, вы не знаете, а в советские времена никто не хотел работать на тяжелых производствах, на московских предприятиях, и правительству Москвы давали специальное право завозить рабочих, так называлось это по лимиту. Значит, это самые тяжелые профессии, которые не только нагрузка вам на руки и на ноги, но и на вашу голову, это на самом деле тяжелый труд. Например, по лимиту набирались проходчики в метро, по лимиту набирались рабочие, которые работали на конвейерных линиях «Автозила» и завода «Москвич», по лимиту набирались дворники и так далее, и так далее, и так далее. Все самое грязное, неприятное – это то, чем сегодня занимаются наши друзья из стран, из республик бывшего Советского Союза. Значит, это люди в социальном плане абсолютно бесправные. Вот что сказали, то и будет. Где сказали, будешь жить, там и будешь. А что тут вредно, это не твое дело, это тебя не касается. Значит, там жили лимитчики. Меня заинтересовало другое. Ну, теперь-то там уже давно все приватизировано, и там уже нормальное жилье. Да? Значит, я начал наводить справки, это тоже легко делать. Сколько стоит там квартира? И выяснилось следующее, что разница в цене между квартирой одной и той же площади, а в Москве подавляющее большинство домов типовые, поэтому легко сопоставимы. А квартира, которая расположена, я забыл, как там улица называется, не суть. И квартира, расположенная примерно 5 километров на запад от этой точки, вы попадаете в Ясенево, так? Разница в цене в 2 раза. То есть вы можете столько же площади купить за в 2 раза меньшую сумму, если вы согласитесь на то, что вот это... вы будете жить рядом с градирней, подчеркиваю, это не угольная станция. Там бы это еще было отдельный разговор с градирней. Народ не хочет там жить. И вот эта разница в цене, подчеркиваю, 2 раза, это и есть та цена, которую наше население готово или наоборот не готово, в зависимости от того, по какую сторону баррикады вы находитесь, значит, платить за экологию, за то место, где мы живем с вами. Ну и понятно, что это создание новых рабочих мест, развитие новых отраслей промышленности, мы об этом поговорим чуть позже. Это, между прочим, дополнительные фискальные сборы, причем как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Здесь приведен перечень, дальше мы поговорим. Это снижение объемов воды, используемых для охлаждения агрегатов тепловых станций. Это огромные объемы воды, которые потом надо очищать, потом вы должны где-то их хранить и так далее. Есть различные мультипликативные эффекты развития возобновляемой энергетики. Они в сфере развития энергомашиностроения,
Они в производстве солнечных батарей, кремниевых пластин, крепеж для них и так далее, расширение производства энергетического оборудования, кабели, трансформаторы, выключатели, развитие НИОКР, что очень важно. Наконец, создание обслуживающих производств и бизнеса в основном в формате малых и средних предприятий. Я часто привожу один пример. У нас есть известное вам предприятие «АвтоВАЗ». А объем продаж у «АвтоВАЗа» годовой, кто знает, сколько составляет? Он колеблется от года к году, но он составляет где-то порядка 75-80 миллиардов рублей. Это объем продаж этого нашего автогиганта. И нам говорят, смотрите, огромное предприятие, сотни тысяч людей работают в Тольятти и на связанных производствах, поэтому мы должны помогать. Однажды я задался вопросом, ну хорошо, у них есть конкуренты, это зарубежные производители, которые, а, привозят автомобили, б, которые начинают производить. Что привносит иностранный автопром, помимо самих иностранных автомобилей? Он приносит создание новой отрасли, точнее сказать, развитие существующей подотрасли, это автосервис. Но вы не просто должны обслуживать машину, вы должны построить салон, где эта машина будет продаваться, вы должны создать инфраструктуру по перевозке, хранению, обслуживанию этих автомобилей, причем как в момент продажи, так и после. Это целый большой бизнес. А насколько большой? Так вот, я выяснил, что если вы возьмете 2,5 крупнейших экспортера, тех, кого мы называем автодилеры, они, естественно, тоже различаются по объемам продаж, так вот, если возьмете 2,5 из них, я не говорю даже 3, потому что это сразу превысит, они равняются одному АвтоВАЗу. Вопрос. Кто помогал в государстве развитию автосервиса? Никто. Кто помогает Тольятти и АвтоВАЗу? Все. Все натурально, мы с вами. Это помощь в основном идет из тех налогов, которые мы платим. Значит, вот вам типичный пример. То же самое происходит и с другими отраслями. Даже если вы сами не делаете иностранные автомобили, по крайней мере на первом этапе, у вас появляются сопряженные бизнесы, сопряженные отрасли и производства, которые сами по себе являются мощным источником инвестиций, зарплат, налогов, рабочих мест и так далее. То же самое произойдет и с возобновляемой энергетикой. Замещение органического топлива. Значит, здесь нам с вами не миновать краткого экскурса в то, как работают энергетические рынки. На рынках энергии используется так называемый маржинальный метод ценообразования. Работает он следующим образом. Все генераторы, которые хотят продать свою электрическую энергию, подают соответствующие заявки, как я потом вам покажу на схеме. Они говорят, я готов в такой-то час, в такой-то интервал часовой, поставить такой-то объем электрической энергии за такую-то цену. А я готов столько за такую-то цену, а я столько за такую-то цену и так далее. Все заявки собираются. И дальше начинают строить соответствующий график. Устроиться очень просто. Откладывается объем, цена, объем, цена, объем, цена. И когда вы набираете весь объем электрической энергии, который вам нужен в определенный часовой интервал вашего следующего дня, это достаточно легко спрогнозировать, так? Плюс резервы, которые у вас должны быть в энергосистеме, вы проводите горизонтальную линию, отрезаете и говорите, вот она маржинальная цена. И вот эта цена начинает платиться не только тем, кто предложил низкую цену, но и предложил тем, кто цену предложил выше. И это единая цена. Вот такой метод ценообразования. Он называется маржинальное ценообразование. Теперь задаю естественный вопрос. От чего зависит уровень цены, который становится общим для всех? Он зависит от цен так называемых замыкающих станций. Значит, станции по структуре и уровню своих затрат, они, естественно, отличаются. Есть так называемые постоянные затраты, величина которых не зависит от объема производства. Есть переменные затраты, которые привязаны к объемам производства. Так вот,
Они разные у разных станций. Разная стоимость топлива, разная эффективность его использования, разный тип топлива, кто-то вообще без топлива работает и так далее. Так вот, та станция, которая оказывается в самом конце, а это те станции, которые подают самые дорогие заявки, да? Вот последние в том объеме, который вам необходим, где мы провели сначала вертикальную линию, сказали, больше энергии не надо, и получили цену, вот это так называемые замыкающие станции. Замыкающие станции. Вопрос, все ли могут продавать свою электрическую энергию всегда? Нет, не все и не всегда, а только те, кто подал заявку, которая была принята, уровень, который он хочет компенсации, соответствует предложенному остальными генераторами на рынке. Это очень, так сказать, упрощенное объяснение, как это работает. Так вот, когда у вас появляется новая генерация, у вас объемы увеличиваются, кого вы отрезаете, когда проводите вертикальную линию, отрезающую объем? Вы отрезаете так называемые высокомаржинальные станции. То есть вы отрезаете в объеме поставки те станции, которые, другими словами, самые дорогие. Это хорошо для рынка? Конечно, хорошо. Это хорошо для нас с вами, как для потребителей? Да, однозначно. Потому что, как правило, эти высокомаржинальные станции самые проблемные всегда. Самые проблемные. Это чаще всего самые старые станции. Так вот, поэтому топливо, которое не сжигается, уголь, который не сжигается, газ, который не сжигается, мазут, который не сжигается, он равняется, по сути, тем ценам высокомаржинальных станций. И вот таким образом вы можете посчитать, сколько вы, собственно говоря, экономите в деньгах, потому что топливо стоит денег. Вы при этом должны также понимать, что в России газ субсидируется. В свое время объявили, что с 2011 года будут свободные рыночные цены на газ. Потом Геннадий Сергеевич Новиков, председатель Федеральной службы по тарифам, сказал, что не-не-не, в 2011 не получается, будет в 2013-2014. Совсем недавно, несколько дней назад, он сказал, что, скорее всего, либерализация цен на газ произойдет примерно в 2016-2017 году. И понятно почему. Сегодня российский потребитель в среднем платит где-то, получается, 91-92 доллара за мегаватт-час, в то время как в Европе это показатель примерно 185 долларов за мегаватт-час. Примерно в два раза дешевле нам обходится с вами электрическая энергия, чем, например, европейским потребителям. Но чудес-то ведь не бывает. Оборудование примерно одно и то же. Топливо должно быть примерно по одним и тем же ценам. Даже зарплаты, мы можем говорить уже о каком-то сопоставлении, да? То почему вдруг у вас в два раза дешевле? Чудес нет в экономике. Значит, кто-то доплачивает за это. Доплачивают целый набор. Назовем в целом те, кто субсидирует эту энергетику. Если вы примените к этим объемам и к этим ценовым индикаторам международные показатели, то цены будут совсем другие. Вот какие. Если мы возьмем с вами снижение эмиссии парниковых газов, посмотрите. Известно, что каждый мегаватт-час электрической энергии означает в среднем почти полтонны выбросов СО2 по весу. Это означает, что если принять планы, которые правительство объявило по развитию возобновляемой энергетики на 2015-2020 годы, в долях от энергобаланса, оно сказало 2,5% хочу в 2015 году, 4,5% хочу к 2020 году. Если вы эти процентные пункты конвертируете в мегаватт-часы, и потом с помощью этого переводного коэффициента получите, сколько же мы сэкономим, если мы достигнем этих показателей, сколько мы снизим выбросы СО2, то вот, пожалуйста, десятки миллионов тонн. Конечно. Для газовых электростанций? Это для всех в среднем. Есть угольные станции, у которых больше выброс, газовых станций немножко меньше, у гидростанций нет совсем. Но если вы возьмете суммарно все выбросы СО2, разделите это на мегаватт-часы, вы получаете такой показатель. Вот та схема работы рынка, о которой я вам говорил. Значит, это так называемый рынок на сутки вперед. У него есть поставщики, которые делают заявки, о которых я вам говорил.
Есть потребители, которые тоже заявляют, сколько они хотят купить, на основании чего, собственно говоря, мы с вами получаем, так сказать, ожидаемый объем. Есть так называемые двусторонние договора, которые мы вычитаем из требуемого объема, потому что они долгосрочные, и это давно уже люди договорились друг с другом, как они будут поставлять и, соответственно, потреблять электрическую энергию. Все заявки собираются. Вот видите, расписано. У вас x минус 2, это за 2 дня до дня торгов. Значит, в час вы подаете заявки за день до дня торгов. Затем в 19 у вас окно закрывается, все заявки закрываются, и начинается, собственно говоря, их обработка и формирование диспетчерского плана. У вас есть системный оператор, который очень тщательно регулирует за тем, какие станции, какие объемы будут подавать, и можно ли этим станциям такие объемы в энергосистему сгружать. И дальше у вас начинаются так называемые операционные сутки, на которых начинается поставка электрической энергии, у которых начинается потребление. И возникает естественный вопрос, а что если я пообещал вам потребить энергию, а вы мне пообещали поставить, а в итоге или я, или вы, или мы оба не выполнили свои обязательства. Я думал, я буду дома и включу обычно все свои выключатели, телевизор, там, электрические приборы, а я не пошел, я пошел в гости и включили там, а не здесь. Да? Или у меня произошла небольшая авария, или напился ремонтник, снизились обороты, поэтому я не вырабатываю, и так далее, и так далее. Что происходит в этом случае? Очень просто. Есть так называемый балансирующий рынок, на который компании точно так же подают свои заявки, и они говорят, если вдруг что, я вот вам готов для того, чтобы обеспечить баланс, поставить дополнительные объемы. В развитых рынках есть не только компании, которые готовы поставить дополнительную энергию, есть компании, которые готовы отключиться. Они скажут, я за деньги выключу свое потребление, если вам это надо. Это называется балансирующий рынок. После того, как сутки закончились, у вас начинается сбор данных коммерческого учета, потому что по всей энергосистеме есть так называемые автоматизированные, АИСКУИ они называются, автоматизированная информационная система коммерческого учета. То есть это система, которая учитывает, кто сколько энергии произвел, поставил, из какой точки, в какую сколько пришло, и кто кому сколько должен денег. И потом есть соответствующий клиринговый центр, он называется центр финансовых расчетов, где происходит клиринг всех, взаимозачет всех встречных требований, потом выставляются счета, и люди расплачиваются. Вот очень примитивно, как работает электроэнергетический рынок. Для чего я вам это показываю? Потому что теперь мы говорим о снижении... Извините. О снижении средних цен на оптовом рынке. Значит, у вас, как у поставщика электрической энергии, есть два варианта действий. Первый вариант, вы можете подавать ценовую заявку на объем по определенной цене и сказать, я готов продать, например, за там, 90 копеек за киловатт-час. Либо вы можете подать так называемую ценопринимающую заявку. Ценопринимающие заявки на рынке – это такие заявки, которые я не говорю, за сколько я готов продать. А я говорю, вот сколько будет средняя цена, я любую приму. Вот это называется ценопринимающая заявка. В этом смысле администратор торговой системы, получая такую ценопринимающую заявку, он ее включает в общий объем заявок с нулевым значением, потому что цены у нее нет, просто прибавляя объем. И играют только другие заявки, производитель указывает, за сколько он готов эту электрическую энергию поставлять на рынок. Все ли могут поставлять ценопринимающие заявки? Конечно, нет. Это, так сказать, привилегия тех станций, у которых низкие переменные затраты. Например, гидроэлектростанции. Да, вот они могут себе это позволить. Потому что даже если у вас цена совсем опустилась на рынке по каким-то причинам, то вы ничего не теряете, потому что, как я вам уже говорил, вот эта цена на электрическую энергию, она компенсирует ваши переменные затраты. Постоянные затраты вам компенсирует другая часть электроэнергетического рынка, это рынок мощности. А если у вас низкие переменные затраты, как, например, у ГЭС, как я уже сказал, то вам это не обязательно.
вы примете, повторяя, любую цену. А есть другие станции, например, станции, которые сжигают газ или уголь или мазут. У них переменные затраты, в состав которых включается стоимость топлива, конечно, существенные. Они иногда могут доходить до 35-40% от общей стоимости производимой электрической энергии. И поэтому, если вдруг я не попадаю, то я могу просто в убыток сработать себе. Зачем же мне палить деньги? Значит, поэтому часть станций все равно подает нормальные ценовые заявки, считая, прогнозируя и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вот снижение средних цен на оптовом рынке, я вам сейчас объяснил просто механизм, как это происходит, оно отмечается практически на всех международных рынках, где более или менее заметная доля генерации на основе возобновляемых источников энергии, в первую очередь это ветрогенерация. Проводились различные исследования, не одно, и эти явления были подтверждены, доказаны и на рынках Германии, и на рынках Дании, и в США. Разные коэффициенты при этом используются. Есть, например, коэффициент регрессии 0,3, то есть каждый дополнительный процент доли энергии от возобновляемых источников на рынке снижает среднюю цену на 0,3%. А есть исследование, которое проводил здание, они сказали коэффициент регрессии 0,2. Это значит, что каждые 5 процентных пунктов или там каждый процент, если брать ту же шкалу, дополнительной энергии от возобновляемых источников на рынке 0,2% снижение средней цены на рынке и так далее. Справедливости ради надо сказать, что этот коэффициент не единый. В зависимости от структуры генерации, в зависимости от уровня спроса и потребления, он может меняться в довольно значительных интервалах, но он присутствует. Это отмеченное экономическое явление. Это то, собственно говоря, зачем мы тоже в том числе занимаемся развитием возобновляемой энергетики. Нам интересно, чтобы цены на рынке снижались. Вот мы проводили расчеты ожидания такого 2% снижения средних цен на оптовом рынке в России. И мы говорим, что вот если мы с вами сумеем достичь тех самых 2,5% и 4,5% доли энергии от возобновляемых источников в российском энергобалансе к 2015 и, соответственно, 2020 годам, то вот наша экономия может составить вот такую сумму за счет вот этого 2% снижения цен. Ну, я вам говорил уже о снижении расходов на экологию, защиту здоровья. Только один факт, что каждый год мы вывозим в золоотвалы 35-36 миллионов тонн. Это с учетом того, что часть золы используется в индустрии стройматериалов, при производстве всяких там шлакобетонов и прочее. В дорожных работах там используется. Вот все, что остается, вот 35-36 миллионов тонн. Я пересчитал. Как раз когда готовил, думаю, сколько же это в составах? Я шалел просто. Это 12 тысяч составов в год. Если вы берете состав в среднем 50 вагонов, вагон 60 тонн, значит 3 тысячи тонн состав, вы только вдумайтесь, это 1000 составов в месяц. Это то, что мы с вами 1000 составов загрузили золой, вывезли куда-то и высыпали на Терикон. И так каждый год. Суммарно у нас с вами 1,3 миллиарда тонн этих золоотвалов. Земля после них мертвая на века. Потому что идут дожди, они превращаются в кислоту, проходя через этот самый шлак. И вот эта жидкость, которая раньше называлась водой, насыщенная всей этой гадостью, которая в шлаке, просачивается в землю, и так годами. Представляете, что-то происходит, да? Вот. А кто эту золу поставляет? Угольные станции. Значит, проблема с оценкой расходов на защиту окружающей среды и защиту здоровья, она довольно сложная, я бы сказал. Достаточно сказать, что на сегодняшний день нет ни одной методики, которая была бы признана всеми. Таких нет. Есть несколько подходов, как считать, но вот единой нету. Поэтому довольно сложно оценить. Но известны другие. Что было бы с себестоимостью производства и, соответственно, с ценой электрической энергии, если бы государство по полной программе применяло к энергетическим компаниям
использующим, повышающим нагрузку на окружающую среду, требования по ликвидации этих последствий. Вот, пожалуйста. Если мы говорим с вами об угольных и мазутных станциях, цена выросла бы в два раза. Для газовых станций, которые относятся к числу наиболее экологически, так сказать, спокойных, все равно 30%. Вспомните мой рассказ про то, что никто не хочет жить рядом с газовой тепловой станцией. К чему бы это, да? А вот к чему. Пожалуйста. Ну, во многих источниках говорится, что ветроустановки также влияют на окружающую среду, на животный мир, который там обитает, в том числе на человека, то есть начинаются головные боли из-за звуковых волн, которые они распространяют. И мелкие насекомые, они уходят в другие места, соответственно, птицы тоже перемещаются. В общем, это сильно меняет окружающую среду. Значит, я бы так сказал. Нет ни одного искусственного сооружения, созданного человеком, которое не влияло бы отрицательно на окружающую среду. Если мы, например, говорим о птицах. Птицы погибают от самых разных, по самым разным причинам. Их сбивают автомобили, в них стреляют охотники, на них охотятся кошки. Они налетают на провода линии электропередач, они ударяются в небоскребы и так далее, и так далее, и так далее. Причин много. Я вас уверяю, и на это есть уже многочисленные исследования, проведенные, где доказывается, что ветростанции находятся в самом низу списка. Я могу привести в пример, что охотники у нас в стране убивают больше птиц. Мы сейчас с вами говорим не об охоте, например, на тех, которые являются, ну, скажем так, предметом охоты. Например, утки, или там тетерев, или, я не знаю, там бекас. А просто походя шел, стрельнул, убил там голубя, предположим. Так вот, на два порядка больше охотники убивают птиц, чем ветростанции. И мы говорим с вами не про Россию, а мы говорим с вами про другие страны, где ветростанции больше. Насчет звуков и влияния на людей. Это тоже, в общем, страшилка из далекой истории. Действительно, в начале 80-х, при переходе к ветроагрегатам с большим ротором, чем строились раньше, в конце 70-х ветроагрегаты имели высоту башни примерно 35-40 метров, и ротор был диаметром примерно 30-35 метров. Вот такие были ветряки, да? Сегодня, чтобы вы понимали, современный ветряк — это чаще всего 85-90 метров башня и ротор диаметром 100 метров. Это значит, одна лопасть там 45-50 метров. Она шириной в широком месте там 3 с лишним метра. Это огромное сооружение. И вот, представляете, такая дура болтается, там крутится и так далее. Значит, так вот. Когда начался интенсивный рост размера ветроагрегата, то действительно были зафиксированы появление излучения звука от работающего ветроагрегата в так называемом инфракрасном диапазоне. Так называемый инфразвук, которого мы не ощущаем, мы его не слышим. Наше ухо не воспринимает этот диапазон, но организм воспринимает. Значит, это было быстро зафиксировано, от этого избавились буквально за год. Просто изменением профиля лопастей. И теперь этого нет. Но легенда продолжает гулять. Когда наш представитель правительства, выступая на Дальнем Востоке, сказал, что по его сведениям, значит, там, где работают ветряки, там вылезают червяки и вылезают кроты, я специально позвонил своему коллеге и приятелю, такой Борис Семенович Затопляев, который был в свое время генеральным директором «Янтарь-энерго» и построил в начале 2000-х самую большую на сегодняшний день ветростанцию в России. Это 5 мегаватт. Там 18 агрегатов стоит. Я ему позвонил, говорю: Борис Семенович, что там с кротами? Он говорит: а что такое, ты меня почему спрашиваешь? Я не стал говорить. Я говорю: ну, тут некоторые высказывают опасения. Он говорит: я проверю. Значит, звонит мне вечером и говорит: ну, я съездил, Анатолий Евгеньевич. Я говорю: что? Все изрыто, он мне говорит. Я говорю: да все ушли. Да куда ушли? Все изрыто, он мне говорит. Значит, это неправда, если очень коротко. Это неправда.
Я даже читал совершенно экзотические версии. Например, один институт проводил исследование, как изменение скорости ветра на тех площадях, на которых расположены ветростанции, да, влияет на изменение локального климата. То есть, понимаете, да, когда ветер, поток воздуха находит на ротор ветроагрегата, отдавая часть своей кинетической энергии, после этого ротора, когда он проходит, у него скорость, естественно, снижается, потому что он часть энергии отдал ветряку, и структура потока меняется, значит, пока он нормализуется и так далее. У вас, другими словами, если ветер, вся эта огромный поток воздуха находит на ветростанцию, которая может быть, например, там 10 километров фронтом стоять, да, то за ней образуется другая структура воздушных потоков, вернее, не за ней, а за ветроагрегатами, которые стоят. Чем она была перед ним? Вопрос, а сколько надо времени или сколько надо дистанции, чтобы этот поток восстановился? Ответ известен. Это примерно 10 диаметров ротора. То есть, если у вас ротор, условно говоря, там 100 метров, то значит, через километр ваш поток как был километр назад. Все восстановилось. И люди всерьез занимаются исследованием такой чепухи. Это в полном смысле, я другого слова не могу подобрать. Чепуха. Хотя этим занимаются. Вы знаете, в Петербурге есть такое место, называется дамба. Знаете, что это такое, да? Это искусственное гидротехническое сооружение, которое перегораживает весь Финский залив. Там такие ворота сделаны. Они сделаны для того, чтобы спасать Петербург от так называемой нагонной волны, которая идет из Финского залива в Неву, в устье Невы, и затапливает Петербург. Так вот, там построили эту дамбу. Место для ветроагрегатов вот супер. Потому что вода, ветер разгоняется, только ставь. И у вас уже готовое место, у вас эта дамба стоит, только ставь ветряки, и они фронтом встречают все воздушные потоки над Финским заливом. Вам не рассказать, сколько людей ко мне приходило с этой идеей. Я думаю, человек 5 или 6, в том числе местных. А я всем говорил, ребята, вам там не разрешат. Да как не разрешат? Я говорю, ну все уже изучено давно. А что изучено? Там маршруты миграции птиц. К чему я это рассказываю? Когда вы, например, проектируете свою ветростанцию, то один из этапов этого проектирования – это проведение оценки воздействия на окружающую среду. А один из этапов проведения ВОЗ – это изучение, нет ли на пути, в точке размещения вашей будущей ветростанции, путей, зафиксированных путей миграции птиц с севера на юг или с другого направления. Если есть, вам однозначно запрещают. И сами, между прочим, девелоперы этих проектов, энергетические компании, очень внимательно за этим следят. И никогда ни на какой компромисс не пойдут, по той простой причине, что стоит вам упасть одной птице, скандал будет до неба. Я буквально вчера прочитал сообщение, значит, приостановили реализацию проекта ветростанции в 70 мегаватт, погибла летучая мышь. Вы смеетесь. А это факт жизни. Приостановили реализацию проекта в 70 мегаватт. 70 мегаватт, к вашему сведению, это примерно 100 миллионов долларов проект. Значит, его остановили. Сейчас там по новой все начинается. У инвесторов, естественно, волосы дыбом, глаза на выкате. Речь идет об одной летучей мыши, чтобы вы понимали серьезность этого вопроса. Создание новых рабочих мест. Проскочим. Дополнительные фискальные сборы. Я думаю, здесь все понятно, да? Вот давайте поговорим о схемах поддержки. У нас уже мало времени осталось, к сожалению. Значит, наверняка большинство из вас слышало или знает, что возобновляемая энергетика для своего развития требует определенную систему поддержки. Почему? Ответ очень простой. Есть два фактора. Первый фактор состоит в том, что традиционная энергетика субсидируется. Вопрос, в каких масштабах? Ответ. Всего по миру, вот последние данные Международного энергетического агентства за 2010 год, сумма субсидий составила примерно 350 миллиардов долларов глобально. Россия входит в тройку стран-лидеров, и у нас, по оценкам того же Международного энергетического агентства, величина субсидий составляет порядка
35-40 миллиардов долларов за 2010 год. Это значит та сумма денег, которую государство либо прямо дало, либо простило, не взяв с энергетиков. Надо сказать, что субсидирование энергетики – это очень распространенное явление. И причина понятна. Потому что, с одной стороны, кто платит за тепло, за свет, за газ? Кто мы? Мы с вами избиратели. Если вдруг завтра правительство что-то такое сделало, что наши тарифы выросли там в два раза, да мы сметем это правительство. Ну, это, может, не наш случай, но в другой стране точно сметут. У меня есть один приятель, бельгиец, который мне уже сколько раз говорит: Анатолий, я не понимаю, что у вас за народ? Я говорю: а что такое? Что тебя, Патрик, беспокоит? Да если бы только вот это произошло, у нас бы все на улицу вышли. Я говорю: ну видишь, какие вы беспокойный народ, а мы нет. Значит, это первый фактор — субсидирование традиционной энергетики. То есть, другим словом, вам говорят: давайте мы одним помогаем, а вторые должны сами по себе. И есть второе обстоятельство, которое связано вот с чем. Вот мы с вами перед этим говорили о тех эффектах, которые развитие возобновляемой энергетики приносит, о положительных эффектах, и немножко об отрицательных. Так вот, проблема состоит в том, что к возобновляемой энергетике эти эффекты не имеют непосредственного отношения. Что я имею в виду? Я построю ветряк, закрою угольную станцию. Что, ветростанция от этого выиграет? Нет. А кто выиграет? Выиграет население, которое рядом живет. Это означает, что деньги трачу я, ветростанция, а эффект от этого в том числе происходит где-то еще. Значит, я не могу непосредственно использовать этот эффект для того, чтобы снизить свои затраты. И это второе важнейшее обстоятельство. Для этого и нужно государство. Государство говорит: не волнуйся, я тебе помогу. Я возьму часть тех денег, которые я бы потратила на охрану здоровья, на защиту окружающей среды, на добычу дополнительного газа, угля и так далее, и так далее, и так далее. Я часть их денег тебе дам. Но для этого нужен механизм перераспределения. И вот это для реализации первого и второго факторов в государствах создаются системы поддержки развития возобновляемой энергетики. Вы можете сказать: а давайте мы не будем поддерживать традиционную энергетику. Можем так поставить вопрос. Тогда вам не надо создавать систему поддержки для возобновляемой энергетики. Но проблема состоит в том, что ни одно правительство такую альтернативу не выбирает. Ни одно. Все идут по традиционному пути, и рядом с уже имеющей системой помощи и субсидирования традиционной энергетики выстраивается еще одна система поддержки, только теперь уже для возобновляемой энергетики. Все равно масштабы несопоставимы, потому что по оценкам того же самого Международного энергетического агентства, если традиционная энергетика получила глобально плюс 350 миллиардов долларов, то возобновляемая энергетика примерно 70 миллиардов долларов в том же году. То есть 1:5. Вот чтобы мы понимали масштаб цифр. Итак, есть критические вопросы, на которые вы должны ответить, когда вы задаете себе вопрос, какую систему поддержки я должен выбрать. Значит, это исключительно вопрос политического выбора. Здесь нет правильного или неправильного ответа. Зависит от того, чего вы хотите. Вы можете поддерживать одну технологию или все. Вы можете нагрузить свое население или энергетический рынок, или энергетические компании, или самые экологически грязные. Это, повторяю, все вопрос политического выбора. Но не ответив на эти вопросы, вы не сможете понять, какую схему поддержки вам следует иметь. Ожидания у инвесторов и у государства не всегда совпадают. Государство хочет, чтобы у него был более здоровый энергобаланс. Оно хочет снизить политические риски, потому что грязная энергетика — это всегда политические риски. Оно хочет формирования долгосрочной политики, эффективной генерации. Оно хочет, чтобы рынок был более-менее спокойный, никаких всплесков сильных не было. Чтобы был баланс разных технологий, а не только ветер или не только уголь. Но, естественно, по возможности они должны меньше отражаться, эти меры поддержки, на тарифах для населения. Инвесторам надо другое. Они хотят, чтобы деньги они могли вернуть, отбить, как они говорят. Надо, чтобы эта политика была длительная. Только если я понимаю свой инвестиционный горизонт 10-15 лет, только тогда я буду вкладывать деньги, а иначе нет. Должна быть долгосрочная политика сбыта, то есть как я буду продавать электрическую энергию.
Значит, есть два базовых подхода при строительстве систем поддержки возобновляемой энергетики. Первый подход, когда вы начинаете помогать или поддерживать через отдельные элементы экономической системы. Например, вы вводите ускоренную амортизацию, то есть разрешаете производителям дополнительную часть затрат выводить из налогооблагаемой базы. Да? Или вы даете какие-то субсидии на капитал. Вы говорите, ты берешь кредит, я заплачу твой процент. То есть для вас этот кредит становится беспроцентным или там, только частично вы компенсируете процент, интерес банка. Вы снижаете и улучшаете таможенный режим. Вы говорите, без пошлин вози оборудование. Вы можете различные варианты снижения эксплуатационных расходов и так далее, и так далее. То есть вы воздействуете на какие-то отдельные элементы вот этой экономической системы. Это первый подход. Второй подход, когда вы говорите, слушай, у тебя есть такая система, у него сякая, я не знаю и знать не хочу ваших особенностей. Вот я вам дам дополнительные деньги на ту энергию, за ту энергию, которую вы производите. И вы дальше сами решаете, каким образом вы будете эти деньги расходовать. Практика показывает, что подавляющее большинство систем поддержки в основе своей использует второй подход. И используют различные меры воздействия на отдельные элементы экономической системы только в качестве дополнительных мер, но никак не основных. В свою очередь, стимулирование через повышение выручки, то есть через увеличение цены, которую платят за энергию от возобновляемых источников, там есть две базовых схемы. Одна схема – это схема так называемых фиксированных тарифов или фиксированных надбавок к рыночной цене. И вторая схема называется схемой квот. Сначала вернемся к самому началу. Почему плохо помогать генераторам поэлементно, что называется? Вот смотрите, эта таблица, этот график показывает вам структуру затрат в 100% стоимости энергии для разных типов генерации. Видите? И даже просто взгляд и оценка как на цветную картинку показывает, что для каждого из видов технологий разница очень существенная может быть, иногда в разы. Что это означает? Это означает, что у вас есть генерация, где капитальные затраты относительно невелики, но велики эксплуатационные затраты, например, геотермальная энергетика. Да? Вам надо пробурить так называемое поле скважин, куда вы загоняете трубы. А потом вам все это поле скважин надо эксплуатировать. А вы выкачиваете агрессивную жидкую среду оттуда. Значит, вы должны все... Короче, вот у такого типа станции очень высокие эксплуатационные затраты по сравнению с капитальными затратами. У вас есть другой тип станции, например, ГЭС. Вы построили плотину или построили деривационный канал, в конце поставили турбину, в плотине поставили турбину, гидротурбину. Все, вода течет, турбина крутится, электричество вырабатывается. Если станция небольшая, посадили деда с берданкой, ну, чтобы отгонял коров, да? Все ваши расходы. Ну, я утрирую, конечно, там есть, но очень небольшие. То же самое ветряки. Вы поставили 150 мегаватт ветряков, это грубо там 50 ветроагрегатов. Что, их надо охранять? Нет. Кто за ними? Вы как, если приезжаете на зарубежную ветростанцию, там никого нет. Никого нет, все. Экологи ходили. Я абсолютно серьезно говорю. Следят, натурально следят. Значит, что это означает? Это означает, что если вы, например, хотите снизить стоимость капитала для таких генераторов, то для тех типов станций и технологий, где величина постоянных капитальных затрат велика, это будет эффективная мера поддержки. А для тех типов технологий, когда инвестиционные затраты, капитальные затраты, наоборот, небольшие по сравнению с величиной эксплуатационных затрат, эта мера сработает неэффективно. И наоборот, если вы будете, например, снижать эксплуатационные затраты, то для тех генераторов, где доля эксплуатационных затрат велика, это хорошая мера поддержки. А для тех, у которых эта доля низкая, ничего, нам другое надо. Если вы теперь начнете строить матрицу технологий по структуре затрат,
У вас получится огромное поле. И вы говорите, я каждому полю помогу. К чему это ведет? Знаете, да? Тут же возникают всякие коррупционные схемы. Причем не только в России, я вас уверяю. А зафиксирован случай, например, что когда поднялся скандал в Испании с слишком высокими уровнями фиксированных тарифов на энергию солнечных станций, которые работают на основе фотопреобразования, началась тщательная проверка из 3000 мегаватт электрических станций, введенных в Испании в 2009 году, 1000 оказалось мошенничеством. Никаких станций не было. Только на бумагах все было, и они там якобы они поставили энергию, деньги получали, в общем, мошенничество. Так что, поэтому, вот эти различия в структуре и в уровне различных затрат, они не позволяют вам построить эффективную систему поддержки, если вы будете поддерживать каждый отдельно взятый элемент. Теперь надбавки или фиксированные тарифы. Вот я построил такую пирамиду, да? Назвал ее пирамида точности. На самой вершине у вас один тариф или одна надбавка к рыночной цене. Одна для всех, одинаковая. Самая простая схема, прозрачная, все в одинаковом положении, обмануть трудно. Внизу у вас другая ситуация, когда каждому проекту, каждой технологии, каждой мощности вы даете свой тариф или свою надбавку. Вы считаете внимательно и так далее. Ну и промежуточные посредине. Значит, достоинства и недостатки понятны. Самая простая схема не всегда самая лучшая. И наоборот, если у вас очень много таких надбавок, вы каждому проекту даете свое. Кстати говоря, этот путь, который избрали большинство стран постсоветского пространства, такая схема у нас в России, такая схема принята в Казахстане, такая схема принята в Киргизстане, такая схема, они собираются принять в Таджикистане, такая схема на Украине, или близкая к тому, там промежуточная. Я удивляюсь, почему, но может быть в этом что-то есть. Так вот, эта схема самая сложная, трудоемкая и очень коррупционная. Очень коррупционная. Потому что там вы должны оправдывать свои затраты, говорить, что вот я столько-столько потратил, дай мне столько такой тариф, чтобы я мог эти деньги вернуть. И очень велик соблазн увеличить эти затраты и поощрить того, кто примет более высокие затраты к зачету и, соответственно, более высокий тариф для компенсации моих затрат. Один слайд, который я хотел, чтобы мы закончили этот вопрос. Когда мы с вами говорим о мерах поддержки, то надо понимать, что они всегда сочетают в себе меры государственного регулирования и меры рыночного регулирования. Вот эти две основных схемы, о которых я вам говорил, система тарифов и надбавок фиксированных и система квотирования, так, они отличаются принципиально одна от другой вот чем. В случае системы фиксированных тарифов государство устанавливает уровень компенсации и говорит, я не знаю, сколько рынок скажет, сколько произведется продукции, то бишь энергии на основе возобновляемых источников. Для системы квотирования и некоторых других все наоборот. Я говорю, сколько должно быть произведено этой энергии, я государство устанавливаю, а рынок мне говорит, сколько мне это обойдется. Смешение не получается. Вы либо одну схему, один подход можете использовать, либо другой. В действительности используется и тот, и другой подход, я имею в виду, и тогда, когда цена фиксируется, как в схеме фиксированных тарифов Ленбау, и тогда, когда фиксируются объемы, а цена является рыночной, свободно регулируемой, тогда, когда в системе квотирования. А соотношение следующее. Больше все-таки систем с фиксированным тарифом и надбавками. Количество государств приняло больше таких. И это более дорогая система, система квотирования. То есть первая система дешевая, вторая система более дорогая. Поэтому количество государств, которые приняли первую, больше, чем вторую. Да почему все-таки вторую принимать, цена более дорогая? Она проще для чиновников. Потому что, когда вы ставите цели,
Ну, например, вот я вам уже говорил о том, что российское правительство сказало 2,5% к 2015 году, 4,5% к 2020 году. Эту цель я очень легко конвертирую. Ах, у меня к 2015 году будет 2,5% эта доля, я ее перевел в мегаватт-часы и сказал, так, ты будешь столько мегаватт-часов потреблять, ты столько. Я набрал 2,5%? Набрал, ну и слава богу. А сколько? Ну, сколько рынок скажет, столько и заплатите. Значит, повторяю, для чиновника это очень просто. Поэтому во многих европейских государствах по этому поводу, значит, принимались такие решения. Есть государства, правительство которых отказывалось от системы квотирования и переходило к системе тарифов. Самый последний пример — это Япония. Япония работала на квотах буквально недавно. Они объявили о том, что они пока, правда, только для ветра и для солнца вводят тарифы действительно с 1 июня 2012 года. Вот. Но нет ни одного государства, которое от системы фиксированных тарифов и фиксированных надбавок перешло к системе квотирования. Так, я на этом закончу, потому как время уже я свое исчерпал. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить, если кто-то захочет остаться. Значит, эта презентация остается здесь, поэтому те, кого заинтересовала тема, значит, могут с ней познакомиться. И последнее. Где меня найти? Спасибо.